Мяу. Хватит петь, не пой, пожалуйста. Давай. Я тебе скажу, что давай. Ты поешь. Будет поздно, когда завоешь. Прическа там, все. Я за ночь с тобой дам 1200. Ты сейчас обижаешь кучу народа, чтоб ты знал. В моем лице тоже. Мы не играем. Да ладно. Ты что, сам не видишь? Да вижу, да. Ну, где-то так. Клево. Но корпоратива 3 или 4? В трусах и в шляпе. А на улице уже почти зима. Задело, да. Звук дошел, да, звук дошел. Браво. Wake up, that's the way you do it. Money for nothing and the chicks for free. Друзья, всем привет, это Музлофт. Вы понимаете, что можно на импровизации с человеком, который сегодня может спеть любую песню? Custom kitchen deliveries. We got a movies, refrigerators. We got to move. Друзья мои, это Александр Шоу, а сегодня у нас в гостях в нашей музыкалочной. Ну, вообще, мы по традиции начинаем с известных песен наших исполнителей, которые приходят к нам сюда. Саша, я знаю, что огромное количество песен знает. Это, наверное, тот случай, когда он мне сказал перед началом: я в телефон за текстом не полезу, потому что я знаю все тексты песен вообще. Все те, которые я знаю. Все те, которые ты знаешь. Ну, да. Мы дальше так. Императрицу, да, мы не будем сегодня петь, конечно. Гуляй, шальная императрица. Сегодня не будем. А почему бы и нет? Гуляй, шальная. А вот теперь императрица. Императрица. Ага. Спасибо тебе огромное, что ты пришел. Спасибо, я тебя что позвал. Давай мы начнем с известной песни, которую ты пел. Так давно, и не так давно. И возможно, недавно... вчера. И, возможно, вчера. Я слышал ремикс на эту песню, кстати. Очень клевый. Да. Очень клевый ремикс. Да. Там даже гармония где-то в припеве немножко... Немножко поменялась. Немножко чуть-чуть. Поменялась. Да. В сторону долба этих, ну, которые в музыке не разбираются. Ты сейчас про пацанов. Ну, извините, пацаны. Они разбираются. Кто я потому что пою, вот кто к нами приходит. Что мне, какой, первые четыре строчки спеть или вторые? Хочешь за тёлку петь? Мне пофиг. Слушай, я с клубом веселых и находчивым, с камеди прошел все круги. Веселых и начерченных, блядь. Давай. Такой сегодня будет юморок у нас необычный. Все. Значит, мем, который гуляет по всей стране. Просто здравствуй, просто как дела? Сейчас в ТикТоке знаешь, сколько много на эту песню? Я поздравляю тебя с возрождением этой песни. Погнали. В легендарную песню споем, давай. One, two, three, four. Просто здравствуй, просто как дела? Наверное, так начну. При встрече я пока смотрю издалека, и слезы нет, ветра в глазах. За тёлку сложно. На асфальте домик белый. Он рисует неумело по дорожкам золотых аллей, гоняет голубей, карусель закружится. Улыбайся. Отражением в лужицах все желания сбудутся. Плачь и смотри со стороны. Счастье босиком по ковру вечном. Плачь и смотри, у него глаза твои. И если бы не ты, мы бы были втроем. Плачь и смотри, со стороны. Счастье босиком по ковру вечном. Плачь и смотри, у него глаза.
себя я знаю. Раз, два, три, четыре. Просто здравствуй, просто как дела? Опять в моей руке твоя рука. В парке по субботам, как всегда. На счастье есть у нас два часа. Ручейки, кораблик белый, белый, может, станет капитаном смелым. А пока в тени пустых аллей гоняет голубей. Карусель закружится, подстава. Вот так, вот. Обяжение кружится. Все желания сбудутся. Мама, бля, как высоко. А ты, а вы вместе. Плачь и смотри со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои. И если бы не ты, мы бы были втроем. Плачь и смотри со стороны. Счастье босиком по ковру перед сном. Плачь и смотри, у него глаза твои. И если бы не ты. Олега, давай соло! Сейчас. Мы пошли туда, чё? Опа! Неожиданный поворот. С сурдиночкой. Чё, идём туда? С чего начинается родина? Олежа, ты, конечно, можешь вещи сделать. Очень странно, конечно, что мы пели мужским составом. Ты, если ты все не за... ты, ты сейчас, все, за... ты сейчас все забыл? Конечно. Это интересно. А что ты там пел еще что-то другое? У тебя был случай, ты говоришь, на концерте? Или кто? Он пел недавно, когда строчки... Короче, сыграйте начало этой песни. Не нач... А первый куплет? Первый куплет. Да. Это же, да? Да. Это что это было? Смотри. Просто здравствуй, просто как твои дела? Наверное, так начну при встрече я. И вот это мы один раз... Реально это было? Короче, это корпорат, это мы уже пятый раз эту песню играем и решили просто подколоть тех, кто уже замучил нас. И ты не понимаешь, что с этим было. Это люди... Короче, то есть вроде бы на 4, а тут еще 2 добавилось. Неожиданно. Просто как твои дела? Забавно. Вот такая хрень, да. Друзья, это Александр Шоу, человек-оркестр, человек, который может из всего петь все. Человек, который из всего может сделать музыкальный инструмент. Мне очень приятно, что такие люди приходят к нам в гости, талантливые, безусловно. Мы лично познакомились только сегодня. Да. Только сегодня, но Саша тогда же ведь не знал меня. Но корпоратива 3 или 4, да. Я работал, когда я еще был КВНчиком и начинающим популярным КВНчиком. Когда у тебя денег не было? Когда у меня денег не было. Ты подрабатывал, блядь. Да. Я очень много вел корпоративных мероприятий, и я любил наблюдать за Сашей, как он ведет себя на сцене. Это человек, вовлеченный в музыку. Это человек, который слышит, как не то играют музыканты. Как или... муха пернула, которая пролетала мимо. Или да. Не то... Момент барабанного соло, чтоб ты понимал. Или кто-то что-то не то сделал или спел. Он всегда обращал внимание вот так, типа... Че за херня? Че за херня? Че такое происходит? Да. Ну, было же такое? Было, есть было, такое? Да. Ну, в смысле, я не так смотрю, а потом, когда я зарплату раздаю, я людей подкалываю. Пацаны, зарплата ваша у меня в руках, поэтому давайте колитесь сами, где насрали. Но у нас так не происходит, конечно. Ну, конечно, нет, что ты. На другие ребята. Мы по чесноку. Главное, чтобы не как у Добрынина, когда он хотел завтра фруктов детям купить. Вот этот. Такие истории, да? Ну, да, таких историй много. Мы хотим, Олег нас говорит, давай вначале споем, сегодня у нас в гостях Александр
Show I must go on. А, вот так, да. Тумбала, 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 лайка. Тумбала, 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 лайка. Мы знаем, что ты ненавидишь эту песню. Тумбала, лайка. Почему ты ненавидишь эту песню? Слушай, ну, во-первых, ну, скажем, я не то, что ненавижу. Я не люблю этот, вот этот идиш. Язык. Идиш. То есть я, мне а очень нравится иврит, но из-за крайней близости с немецким языком он, по сути, ничем другим не является. И это какой-то, знаешь, это какая-то история петь красивую еврейскую песню на немецком языке. Я не знаю, для чего это все придумано. Ну, наверное, есть в этом смысл, и не мне его обсуждать, но мне не нравится, как он звучит. Я знаю, что ты на трех аккордах, да, я пел, да, эту да, песню, да. Ты особо недоволен был, когда вам надо было петь эту композицию. И, ну, я несчастлив, когда мне приходится петь именно вот эту песню. Любые другие песни, там, связанные с моим народом, я с огромным удовольствием исполняю, но вот эту именно почему-то нет. Не вкатило тебя? Не вставляет. Какая музыка тебя вставляет? Слушай, ну, по сути, любая. Главное, чтобы в ней... Было несколько нот, которые проникают, как, знаешь, остаются. Не просто сквозь, как сквозь сито, а должны остаться. И проблема вообще взрослого человека, как он воспринимает музыку. Он же уже начинает понимать слова в какой-то момент. Микрофончик говори, пожалуйста. Понимаешь? И когда ты начинаешь вкуривать, что там группа Deep Purple, например, твоя любимая песня какая-нибудь там, ну, классических совсем не возьмем, там, Медляков, например, но забойный хит и блокбастер, там, типа Smoke on the Water, по сути, если текст ее разобрать, это кантри-песня, там, история. Да, просто, да, да. Понимаешь, к року вообще мало какого отношения имеет. Ну, больше, скажем так, песня-история. Песня-история. Споем? Знаешь ты? Сольвер. Ну, и знаешь ты текст этой песни, нет? Ча-ча-ча-ча. We all came out to Montreux on the Lake Geneva shoreline. Okay. To make a wreckage with a mobile. We didn't have much time. Frankie Zappa and her mother. We had the best place around. But some stupid with a flag on burned us to the Да. Smoke on the water and fire in the sky. Smoke on the water. Ну где-то так. Клёво. То есть песня, понимаешь, песня история. Сейчас я понимаю, что в мою сторону полетят камни вместе с намазанные, обмазанные говном. Почему? Ну просто потому что кто-то считает, что это не так. А я говорю, пацаны, это все заимствовано от людей, которые там жили раньше, которые пели раньше. Все вот эти исторические моменты, которые выносятся внутри песни. А это не просто короткое какая-то, не короткое время. Это там целая эпоха внутри, там один какой-то главный день в жизни людей был разложен буквально на строчки и вынесен вот так в музыкальном... Поэтому это и имело такой успех. Я к чему говорю? Ты когда взрослеешь, ты начинаешь еще и текст вкуривать. Поэтому в детстве это только в музыкальном смысле тебя начинает торкать. А когда ты растешь, и когда ты понимаешь, что блядь, там же еще и текст. И здесь тебя захватывает и по второму, и по третьему кругу. Почему есть люди, которые до сих пор, кроме какого-то вот определенного направления, ничего не слушают? Потому что это сидит в них. Вот и все. Ну, кстати, да. Но вот я, когда музыку пишу, я много пишу песен, и я сначала начинаю с мелодии, да, Сер? Я прибегаю, говорю, есть мелодия, а потом, ну, у меня уже какой-то свой стайл, я начинаю рисовать картинки в голове, и у меня от этого рождается текст. Раньше я, наверное, не заморачивался. Сейчас ты прав, и я вот разговариваю с тобой, а я могу сказать, когда вы нам пишете, я повторяю, что, ой, этот выпуск был такой, этот такой, каждый, кто приходит сюда, по-своему интересный человек. Я просто skill brain у меня какой-то происходит постоянно, я свои скиллы прокачиваю в плане музыки и в плане опыта людей. Саша с офигенным бэкграундом. Я сейчас поймал себя на мысли, то, что действительно не текст становится вот важен. Я иной раз обращаюсь к своему папе, у меня папа музыкант, да. И говорю, пап, вот что-то у меня...
вот не состыковывается здесь никак. Я могу зарифмовать, но это будет банально. Сделай так, чтобы это было по-взрослому. Сынок, иди нахуй. И дальше. Такого, конечно, не было. У нас хороший. Пап, блядь, пап, что-то какая-то хуйня. Сынок, иди нахуй. Папа в Челябинске, я по телефону ни разу никогда трубку не клал. Но я в песнях пишу истории, блин. Какие-то картинки мне по кайфу. Для тебя что важно? Современная музыка сегодня. Вот как ты относишься? Для тебя... Не начинай, вот сейчас. Мы поэтому собираемся здесь, потому что у каждого здесь свое мнение. Кто-то кричит за время возможностей, Wi-Fi дал возможности молодежи раскрыться. А при чем здесь Wi-Fi? Да, потому что раньше в телек трудно было попасть. И так с музыкой, и с актерскими данными, со своими. Ты имеешь в виду... Социальные сети. Включился Wi-Fi, появились социальные сети, появился интернет. Вот я тебе объясню на примере, там, например, своей части своей жизни. Так. Я занимаюсь фотографией достаточно давно. Ну, можно сказать, там, лет 40. Как часто? Драчу я чаще, если ты спрашиваешь. Но, к сожалению. Вот. Что тебе сказать? Задело, да. Звук дошел. Браво. Короче. При том, что он фотографией не занимается, насколько. Да. Ты понимаешь, в чем дело? Вот я хотел сказать. Расскажи про увлечение как раз. Забудем вот это вот движение, да. Я сейчас про серьезные вещи. Хотя это тоже глупым не назовешь. Когда я начинал фотографировать, были столпы фотографий. Столпы, которые это место заслужили не потому, что были протеже какой-то тёлки тупой, или там как кто-то за руку привел, а потому что есть жесткий, четкий отбор в сфере, которая называется искусством. В любой сфере. Но искусство — это как бы такая планета, внутри много сфер. И если взять фотографию, то на сегодняшний день вот все, что называется фотографией, ей вообще не является. Как и музыка. Все обесценилось. Это же страшно. Нет, конечно, некоторые скажут, чувак, ты нихуя не понимаешь, мы все делаем, мы продаем и будем продавать. Да, с точки зрения трейдеров, это, наверное, лучшее время, когда можно нихуя не делать и продавать при этом. Знаешь, как одна тёлка сидит на первом знакомстве, он у нее спрашивает: «Слушай, а чем ты занимаешься?» «Ты знаешь, я стилист, нутрициолог и блогер». «Ну так, блядь, я тоже нихуя не умею, а делать что-нибудь ты, типа, делаешь что-нибудь руками там». Понимаешь, вот такая история. И когда я все это начинал, наряду с теми, кто уже стал там, у меня была возможность либо подтянуться к тем, кто великий, либо просто отвернуться от этого и сказать, я этого никогда не достигну, и ждать своего момента, когда весь мир превратится в хаос, как сейчас. И когда любой с телефоном пишет, фотограф, блогер, там, не знаю, стилист, личный там, консультант. Какой фотограф, какой консультант? Чего вообще? Хотя бы одну книжку прочтите. Там про три не говорю. Ну, какая-то пиздец, подмена понятий. Понимаешь? И как вот это листают сегодня, 150 там, тысяч, вот точно так же и музыка. Она никому не нужна завтра. Сегодня она вышла, завтра ее нет. Завтра новая выходит. Современная музыка, которая... Да. Это временный продукт. Да, и я недавно высказал некую теорию, с которой, возможно, станет действительно аксиомой. Потому что мы, я и ты, и там, в моей семье было так. Мне нравилась та же музыка, что и нравилась моему отцу. Вот такая же история. Абсолютно. Да, да. И музыка была хоть сколько-то вечной, как вот, знаешь, я недавно это просто понял и высказал. Сам для себя просто, ну там, наедине с собой. И все-таки размышляешь, иногда сам с собой разговариваешь. Поделись с нами, пожалуйста, интересно. Да, понимаешь? Музыка была хоть сколько вечной, хоть каким-то образом. Понятно, что требовалось больше хитов, больше чего-то. Но так это и было то время, когда писались хиты. У Абба, возьми, что не песня, то хит. Да. С 69-го года по там, 92-й год в музыке происходил просто, я не знаю, что происходило.
А потом такое ощущение, что взяли косу. И вот тех людей, кто это делал, просто взяли и уничтожили. И вперед выдвинули посредственность некую, которую впоследствии стали толкать как искусство. То же самое было, ты вспомни, очень хороший момент в фильме «Улыбка Моны Лизы». Она играет там историка, то есть она преподает искусство. Джулия Робертс. Не смотрел я этот фильм. Посмотри. К сожалению. Да. Она преподает искусство в университете, в очень консервативном университете Америки. И она толкает людям Джексона Поллока. Вот эти мазки там, короче, блеванул, насрал кто-то на картину. А потом это все продается, понимаешь? И когда ты смотришь, ты понимаешь, что ты можешь сделать то же самое. 1+1, помнишь? Да. Ну вот это хуйня. Как это может называться искусством? Тем не менее, это продается, и продается за большие деньги. Решает чью-то судьбу. Судьбу того, кто учился по классическим канонам и не смог выбиться, потому что вперед него прошел вот этот говнюк, блядь. Понимаешь? Да. В музыке то же самое. Предлагаю спеть вечную песню. Давай. Bee Gees. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love and then softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? It's your love. How deep is your love? I really need to love. Cause we're living in a world of fools, breaking us down. And they all should let us be. We belong to you and me. I believe in you. You know the door to my very soul. You're the light in my deepest darkness. Oh, you're my savior when I'm alone. Merci beaucoup, madame et monsieur. Спасибо, что было на французском. Да. Красивейшее же произведение. Слушай, да. Ну ее закрутили уже на самом деле. Раньше как-то вот, когда радиостанции только появились, да. Можно сказать, эту песню выкидывали и на радиостанциях. И услышать ее такая большая редкость. Сейчас, конечно, с появлением интернета, о чем мы говорим, но она уже заезжена настолько, что, блин, да. Появление ее где-то уже не является эксклюзивом абсолютно. Да, хотя в тот момент для Bee Gees эта песня была колоссальным прорывом. Потому что эта группа вообще, скажем так, была уникальна в том смысле, что в ее репертуаре были в основном блокбастеры. И было два или три могучих прям хита, такие как «Staying Alive» и «How Deep Is Your Love». Но вот этот медляк на все времена, я считаю. То есть... Но считаешь ли ты так, вот как сегодня говорят? Вот, допустим... Коротко тебе расскажу. Зрители постоянные нашей программы, они знают, я занимаюсь музыкой с 13 лет. У меня довольно-таки музыкальная семья. Да, и прекрасно. Мой дальний родственник Валерий Иванович Ярушин, группа «Ариэль». В краю хлещет море. Потом я ушел в актерскую историю и потихонечку стал записывать музыку. Я потом к ней вернулся и стал потихонечку записывать, возобновлять свои музыкальные темы. И вот сталкиваемся на сегодняшний день с проблемой. Сколько ты записал альбомов, сколько ты записал песен, достаточно записать один хит, чтобы тебя знали, и тебя и ради этого хита приглашали на мероприятия, чтобы ты ездил с концертами. Это действительно так? У тебя до того, как ваши песни стали хитовыми, сколько ты написал, сколько ты сделал? Смотри, давай начнем с того, что писали все. Писали все? Все вокруг меня. Да. Я писал вместе со всеми. Uh-huh. И не было такого, что когда-то я скажу, и не будет такого, что я скажу, что я сделал что-то сам в своей жизни. Естественно, была целая команда людей, которые писали, которые все время контактировали друг с другом. В студии творился какой-то хаос постоянный. Но он был настолько упорядочен, что из него выходили потом вот эти песни. К чему я это говорю? Потому что... Какой был вопрос? Песня, вот, если есть хит, как мне говорят... Да я шучу, ну что ты, я перестань. Да просто мне, знаешь, вот говорят, нет, Стас, ты со своими песнями, возьми, купи коммерцию, возьми, купи то, какая коммерция, ребята, блядь. Послушай, я хочу свою мелодию продвигать. Послушай меня, вот купишь ты одну песню. Но. Вот
станет она хитом. Но. А песня будет оппозитная всей твоей программе. Мне стрёмно от этого. Вот ты выходишь. Так. Выходишь такой красавец. Прическа там, все. Первая половина концерта. Люди просто непонятно чем занимаются. Во вторую, mm-hmm. блядь, они хотят свалить и ждут, когда ты споешь вот эту единственную песню. В середине, в начале, там песня через песню, что-то должно происходить. То есть ты нельзя выезжать за пределы собственного двора, если у тебя нет там из 20 песен там, 5 хитов. Uh-huh. 5. Uh-huh. Ни в коем случае. При этом Женя Белоусов покойный, он с 2 песнями собирал стадионы. Девчонка! Да, и еще была песня... «Девчонка-девчоночка» и... «Синеглаза». «Девочка моя синеглаза». Да, все. Ты понимаешь? Да. Все остальное материал, который никого вообще не колыхал. Я за ночь с тобой отдам. Все, так это и есть. Я за ночь с тобой отдам 1200. А так это «Девчонка-девчоночка», да? Давай споем ее, вспомним, потому что зрители любят вместе с нами петь песни. Он не любит тебя нисколечко, у него таких сколько хочешь. Отчего же ты молчишь, девчоночка? Он хороший, повторяешь. Он хороший. Ты не знаешь его ни капельки. Будет поздно, когда завоешь. Только не думай, мальчик, паинька. Никакой он не хороший. Сейчас блин, стоп! Девчонка! Девчоночка, темные ночи. Тормоза, я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры все эти. Я за ночь с тобой отдам 1200. Девчонка, девчоночка, темные ночи. Я люблю тебя, девочка, очень. Ты прости разговоры мне эти. Я за ночь с тобой отдам. Сосиску в тесте. Вы, кстати, по хитам проходились, по вечной песне группы Bee Gees. А помните еще Honesty, песня, по-моему... Билли Джоэл. Вы ее знаете? Ми бемоль мажор, если я не ошибаюсь. Ты знаешь ее? Блин, есть ли песни вообще, где... Он прикалывается, что ли? Я клянусь, ты очень много песен знаешь. Да, перестань, я спел всего 3. Надо сегодня гонять Сашу по песням обязательно. Мы знаем, что он фирменный, все знают. Я удивлен, что он еще русский знает. Мне казалось, что такое фирму. Как-то сейчас обидно. Мы сейчас поем Билли Джоэла. Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное сейчас выдумали. Давайте мы Билли Джоэла сейчас поем, а потом мы его проверим, знает ли он песни Андрея Губина. Я думаю, что ее сейчас никто не сыграет там. Да, она не это самое. Сузя. Не Губин. Ну, там... Ага, есть человек, который знает не только текст. Музыка Пахмутовой. Слова Добронравого. Исполняет. Ярославского. Исполняет Александр Шоуга. If you search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to leave. But if you look for thriftiness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give. Honesty is such a lonely word, and everyone is so untrue. Honesty
is hardly ever heard, and mostly what I need from you. А там еще есть третья часть. I can find a lover, I can find a friend, I can have security until the bitter end. Anyone can cover me with promises again. I know. When I look inside of me. Да. Блин. Don't be too concerned. И так далее. В общем. А слушай, а вот сейчас, не уходя, а вот прямо оттуда, скажи, пожалуйста. Не уходи. Новый песняк. Есть у тебя сейчас что-то вот интересное из музыкального, может быть, в черновиках, что-то музыкальное, новое, что тебя можно послушать, наверное, в будущем? Может, какая-то новая песня, Саш, может, представишь что-то сегодня? Песня, ты знаешь, я сейчас работаю над одним произведением. Не знаю, как получится, но называется «Ничего не разобьется, кроме сердца». Сыграй, пожалуйста, да. Хотя бы у нас, потому что все на импровизе, все в черновиках. Ничего не разобьется, кроме сердца. После слов о том, что не судьба. И гуляют где-то дети по соседству. А на улице уже почти зима. Нечего сказать, утром тишина. И звенит в ушах от пустоты. А в глазах твоих льет осенний дождь. Не улыбнемся вновь. Ни я, ни ты. И кроме сердца ничего не разобьется, ничего. И кроме сердца ничего не разобьется, ничего. Ну, где-то так. Кайф. Супер. Спасибо. Вы же понимаете, что вот здесь в каждой песне мелодия не то, что современная сейчас. Сгодится нам этот фрей-рок. Ваня, можно... Ты поучи жену щиварить. Я иду к тебе, Стас. Офигенно. Мне вот такие композиции нравятся. Причем Билли Джоэл, мне он очень напоминал... Правильно, Nothing's Gonna Change My Love For You. Это Глен Медейрос, по-моему, чувак. Глен Медейрос. Медейрос. Ну, эту песню Джордж Бенсон пел, и кто-то... Джордж Бенсон пел. И, кстати, Дебора Томас тоже. Блин, это вот люди перепевают и спокойно к этому относятся, да? Совершенно авторы, спокойно. Исполнители. Совершенно спокойно. Все-таки у них там никак у нас. Никакого здесь запрета нет к исполнению, только делая отчисления и... I will always love you. Спела когда-то Долли Партон, молодая. Mm-hmm. Долли Партон, которая сегодня там уже, ну, может, и, по-моему, ее уже и нет. Не знаю. Если есть, пусть живет 100 лет. Еще 100 лет. А потом спела Уитни Хьюстон, и у песни произошла, знаешь, какая-то реакция, квантовый скачок. И кроме кантри направленных людей, ее стали любить другие люди. Я вот о чем я говорю, да, вот это какая-то преемственность. Она должна происходить. Если бы ее запретили петь Уитни Хьюстон, представляешь, что бы было? Представляешь, что бы было. Ну, то есть песни, ну, то есть фильма бы не было. Вот этого финального кадра, где там этот знаменитый поцелуй. Черное-белое, помнишь? Да, конечно. Ну? Гениальная вещь. Да. Мне вообще нравится, когда в когда фильмах... целуются, да? Если бы возле не ты, самолета, мы причем бы были втроем. Втроем, да. Втроем. Вот это главное слово. Втроем. Почему мы менталитетом по-другому заточены? Ведь там собирает Джон Мэйер, а у нас здесь по 60-70 тысяч. А у нас здесь стадионы собирает, ну, Шнуров. Ну, со своей музыкой. Кто? Баста. Вася. Нет, подождите, я опять, я никого обидеть не хочу. У каждого свое творчество. Все по-своему талантливы. У каждого свое мнение по этому поводу. Но почему мы такие разные? К нам же приедет Джон Мэйер, он же хрен соберет стадион. Он не соберет дом музыки.
Дом музыки, в этот, который Светлановский зал. Это же обидно. Ну, как тебе сказать? Ничего в этом странного нет. Ты попробуй, например, приедь. Баста, если приедет в Нью-Йорк, он тоже не соберет ничего там. Блин, ну они, подождите, стоп. Ну, а в европейский... Кстати, это не факт. Ну, русских соберет. А, русских, да, конечно, да. Русских соберет. Кстати, это не факт. Но прикол в чем? Как бы, когда ты приезжаешь на Аляску, где там, в какую-то рыбацкую деревню, с концертом, с оперным представлением туда, то, естественно, рыбакам это нахуй не нужно. Они, блядь, им надо детей кормить там. Они идут в море, и кто там поет, им вообще посмотреть. Понимаете? А при этом неважно, насколько сложное произведение там исполнялось, насколько оно было гениальным в момент написания или там исполнения, вообще пофигу. Просто есть, я говорю, есть вещи, которые должны срастаться. Есть тренд общий, массовый, который два человека в этой стране смогли увидеть. Это там Баста, угу, со всеми своими проектами, которые, угу, там, их у него там много, я понял. Угу. И Шнур, который в определенный момент времени вообще рисковал быть просто персоной нон-грата, когда шутил таким каким-то своим образом. Угу. Но тем не менее он прошел через вот эти все какие-то моменты, и смотрите, сегодня он баллотируется. Да, он уже, блядь, в трусах и в шляпе. А вот, кстати, мы как-то 15 лет назад с тобой сидели за бутылочкой вина, когда я работал с Сосо Павлиашвили, вот, а вы были с группой Непара, да. Мы обсуждали группу Звери. Я хотел спросить... Не спрашивай меня. Да, это пиздец. Лучше бы он штукатурку делал, как раньше. Ну, собственно, у меня все, да. Да, больше ничего. Все так и осталось. Да. Ты так критично относишься к творчеству группы Звери. Нет никакого творчества. Нет никакого творчества. Да и у меня его нет, по большому счету. Все определяет только количество зрителей, время и количество проданных билетов. Вот и все. Если Баста так плохо, почему он собирает стадионы? Полно у меня коллег, которые меня из себя неизвестно кого. Если они так круты, почему они так несчастны в тот момент, когда отмена концертов происходит? Из-за чего это все? Ну, неужели потому, что они хотят? Нет. Просто потому, что не случается. Мне непонятны темы, когда огромное количество наших коллег, а их огромное количество в нашей стране, сегодня же ведь поет любой, кто хочет. Да, сегодня, как ее-то зовут, идиотку, извини, как, которая... Инстасамка, наверное. А? Инстасамка. Нет, она разве поет? Нет, подожди. Я тоже не знаю. Нет, она делает какую-то свою историю, нет. Подожди, как звали девчонку, которая... Да не, ну слушай, Саш, столько девчонок, столько мальчишек, ты пока думаешь... И все не поют, да. Но очень много поет под фанеру. Я видел, Саша тем более, я видел эти даблы, я видел эти плейбеки играющие. Но почему они себе не дают отчет в том, что это все бесталанно, это все неинтересно? Может быть, зарабатывать, попробовать им деньги как-то, ну, в другом направлении? Может, блин, в бизнес уйти, фотографией заниматься, я не знаю. А что, подожди, с чем фотография тебе не угодила? Нет, я почему говорю фотографию? Фотографией заниматься надо иметь взгляд. Ты сейчас обижаешь кучу народа, чтобы ты знал. В моем лице тоже. Ну, я прошу вообще, прощения. Вообще, нет, вообще надо себя найти прежде всего в жизни. А для того, чтобы себя найти, нужно попробовать какие-то вещи. Так вот, основная масса делает это публично. Пробует себя. Я могу это, хуяк, мама. Оказывается, я не могу это. Могу прыгнуть с парашюта, раз, что-то не случилось. Uh-huh. А если с первого раза не получилось, то это не твое. Так я говорю, у нас проблема-то в чем? Народ-то не понимает, что... За закрытой дверью ты должен заниматься. И совершенствоваться должен за закрытой дверью. Твой педагог должен охуевать от того, насколько ты туп. Сначала не вся страна, только твой педагог. Понимаешь? И только когда у тебя какие-то подвижки, когда ты поймешь, сука, ну не мое, спустя 10 лет, брось. Но ты должен это делать там, пока тебя никто не видит. Но когда вся страна признает, хватит петь, не пой, пожалуйста. Кстати, Кайли Миноук говорили так, ты знаешь? Ее просили Кайли. Ты не понимаешь, в Австралии люди на концертах у нее, когда она молодая совсем была, совсем еще юная девочка. А я, кстати, сейчас не слышно что-то совсем. Kali, don't sing. Kali, don't sing. Ну, потому что вот так. Но, тем не менее, она чихать хотела на это и сделала то, что должна была сделать. Вот и все. Да. Вот подумай, где справедливость, где правда. Kali крутая, вопросов нет.
Но у нее в ее жизни был такой момент, когда люди не хотели, чтобы она пела. Тогда же какое количество процентов, если бы у нас народ понимал в нашей стране, какое бы количество процентов людей вообще осталось бы в плане музыки, профессионалов? Ведь... Слушай, ты вот ты идеализируешь какую-то другую страну, при этом занижаешь то, где мы же с тобой живем. Ты думаешь, что долбоебов мало в Америке? Их там гораздо больше. Ты не представляешь себе, какое количество дебилов играет на инструментах там. Просто музыка родилась там где-то, в том районе. Uh-huh. Она перекочевала из Англии во время второго нашествия, скажем так, англичан, второго uh-huh. вторжения, да? Первое это было, когда была война за освобождение Америки, а вторая вот когда Битлз. Понимаешь? Люди, которые в Англии не смогли ничего сделать вообще, они попробовали свой взор направить туда, где люди вкусом вообще не наделены. Uh-huh. Понимаешь? Uh-huh. И в этот момент красавцы такие, как там Джон, Пол, Джордж и там Ринго, и им подобные ребята, помнишь тот момент, бойс-бенды, да? Вот конечно, эти? Конечно. Это же по факту бойс-бенды, только да. играющих и поющих людей. Понимаешь? И они были направлены в сторону Америки, в сторону людей, которые не имеют базового вкуса. Он у них не заложен генетически. Они с собой туда, переселяясь, привезли все. Там художников, которые не умели рисовать. Архитекторов, которые строили вот этот викторианский стиль, и которое сейчас называется искусством, хотя искусством не является. Понимаешь? То есть они туда привезли все. И виноград из Франции они туда привезли. И виски из Шотландии они туда привезли. Но это не виски, это бурбон. И виноград, который там выращивается, да, ну, не буду спорить, ладно. И художественное искусство тоже неизвестно что. Поэтому, понимаешь, мы здесь живем в прекрасной стране, но у нас здесь люди наделены, генетически наделены вкусом. Им нужно уметь понравиться. Понравился им баста, понравился им шнур. Ну, ничего не поделаешь, вот такой вкус. Все. А Губин? Бубин? Андрей Бубин, блядь. Мы, знаешь, нам в каждой программе просят спеть песню Губина. Мы его просто поем. Мы знаем, что он где-то постоянно... Будь со мной, уходи и постарайся понять вот это. Тебя на пути хочу навек потерять. Он знает. Не, вы не знаете. А Лизу мы не пели, кстати. У меня такое ощущение, что я вот сейчас в Тель-Авиве где-то сижу, даю интервью, ты знаешь. Почему? Потому что ты так говоришь, ну как... Да, потому что да. Что-то у меня сегодня, ребята, такое настроение. Так и да, так и да. Тумбалалайка сработала. А, включилась просто. Ну, вспомним Лизу. Наши зрители, специально для вас одна из песен Андрея Губина. Нетленко. Нетленко. Благодаря этому продолжайте подписывайтесь. Анна Нетленко. Есть Нетребко, а есть Нетленко. Продолжайте подписываться, пожалуйста, на наш канал. Вот такие вот талантливые, как Александр сегодня здесь. Талантливые, да. Да хватит, слушай, блин, мне интересно тебя послушать. Я сегодня вот познакомился вообще с другим Александром Шоу, и мы продолжаем еще. И мы обязательно сейчас после Губина должны спеть... Beatles. One, two, three, four. Лиза, еще вчера мы были вдвоем, еще вчера не знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, и новой встречи ждать день за днем. Ты знаешь, Лиза, когда теперь увидимся вновь, кто знает, может, это любовь. Я еще не смог сказать о самом главном тебе всего лишь несколько слов. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, где же ответ счастье? Было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня. Спасибо, ребята.
Саша сейчас как кот в каких-то местах. Мяу. Бля, ты же наизусть это пел, да? Да ты знаешь, я 81-го года рождения, и у нас... Ну вон мой брат 80-го, и что? Ты хочешь сказать, что он... Ну Губин же был в твоей жизни все равно, музыка Губина была. Серьезно? Губин был твоим соседом много лет? Я занимаюсь сейчас в спортзале с одним из лучших друзей Андрея Губина. Я говорю, где он? Он говорит, да где-то постоянно ездит. Я говорю, пусть он доедет до Музлов-то хотя бы, поговорим с ним о чем-нибудь хотя бы когда-нибудь в жизни. Ну и у меня получилось, что какую музыку я слушал. В школьные годы, естественно, все, что Bee Gees, Deep Purple, Dire Straits, Beatles, естественно, Sting, Stevie Wonder, все, что слушал мой папа, конечно, я на этой музыке вырос. Ну, безусловно. А потом, когда я повзрослел, там, 10-11 класс, наверное, у меня появились бойсбенды, Backstreet Boys, NSYNC. Ну, пойдем. Губин. Ну, пойдем. Куда? Подожди. Никогда такого не было. Никогда такого это... Сейчас что-то будет. Будет страшно. Помнишь ты такую песню? Она называется Superstition. Очень знакомая. Вызвал меня сюда, чё, я говорю, пойдем, я пришел, все, он говорит, возьми в руки вот эту хрень и поиграй, пожалуйста, а я, говорит, что-нибудь спою сам. Я обожаю таких людей, когда они на своей волне играют то, что они знают. Как это, подожди, как это опустить тональность, ну, на октаву ниже, во. Это что? Популярит от Александра Шоу продолжается. Следующая песня. Итак, как там? It deals a card as a meditation. And there's a place never suspect. He doesn't play for the money he wins. He don't play for his respect. It deals a card to find the answer. The secret geometry of chance, the hidden love of a probably outcome, the numbers lead a dance. I know that a spades are the swords of a soldier. I know that a clubs are weapons of war. And now the diamonds mean money for the sun, but that's not the shape of my heart. Ну и так далее. А еще ты вспомнил, помнишь? Приключения Петрова и Васечки. Слушайте. What I'm gonna do to make you love me. Давай.
What you gonna do, make me hurt? Oh, whoa. What do I do when lightning strikes me? And I wake up to find that you're over. What I gotta do to make you love me? Да я всё не знаю. What do I do to be hurt? What do I do to be hurt? What do I say when it's all over? Deep. What do I say when it's all over, baby? Yeah, 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 yeah. Sorry seems to be the hardest word. No, 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 no. It's a hard, so sad. So, it's a sad, sad situation. And it's getting more and more absurd. So say, so why can we talk it over? It always seems to me, ну где-то так. It always seems to be the hardest word. Я думал, на трубе сыграю. И так далее, да. Так что музыка, музыка. А можно по просьбе? If I had to live my life without you, need me. Сейчас сделаем, подожди. Боже мой, это же... Вот это гениально. Ай, музыка была. Она и есть? If I had to live... If I had to live my life without you need me, the tears would all be empty. Now it seems so long. If the road ahead is not so easy. Это второй куплет. Now I'm happy to think. Я вам все тексты знаю. I love you just the way you are. So come with me and shape of you. I hope you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Come on, nothing's gonna change my love for you. You wanna know by now how much I love you. One thing to change and put out. I'll never ask for more than you. Ahead is not so easy. Our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and shout. I have a seat forever. Братан, дай что-нибудь из Аллегрова, что-нибудь там. Видели ночь, гуляли всю ночь до утра. Аллегрова, да. А как, что ты поешь из... Ну, ну, твое любимое, допустим... Нету. Нету. Такого нет. И мне вся музыка нравится. Русскую музыку ты слушаешь что-то из русских исполнителей? Из композиторов? Нет, не важно, что... Чайковский, Прокофьев, Рахманинов. Клево. Да. Из эстрады нет, я так понимаю. Скрябин, естественно, Лядов и много-много-много. Свят, свят, свят. А Супер Макс тебе нравится? А Супер Трамп? Это сейчас был, это прикол. Надо in the kitchen.
Как там? Вот, 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 я именно вот про это. Это что, это какой год, Сережа? Какой год это? Так я не знаю уже. Mama in the kitchen, playing foggy bread. Papa in the living room, newspaper already read. Already his legs, and I'm still wondering how the people already dead. Tell me how, what a happy woman were today. Tell me how, what's gonna happen to the world today. A bit more, tell me what's gonna happen today. Кайф какой. Не, рассказываю, басовая партия не такая, басовая партия. Вон из коллектива, Леха. Вот такая басовая партия там. Клево. Давайте я попрошу Сашу спеть замечательную песню, называется «Не плачь» из его репертуара. Но перед этим давайте все-таки Битлз. Битлз, давайте что-нибудь Битлз вспомним. Какую? Битлз. Ну вот... Это сейчас можно сутками сидеть. Давайте, офигенная песня. Когда Саша пришел, я сказал, Кирилл Остапов, Сократ, который был у нас в гостях, Музлофт, энное количество передач назад, хотел спеть песню. Почему-то он ее не спел. Видимо, он знал, что Саша появится у нас в программе. Песня называется «Не плачь». На что Саша ответил, вот пускай поет свои песни, я свою спою сам. Сам сыграешь, да, Саш? Саш. Попробую. Если что, Ваня тебя заменит. Я там тебя подожду пока. А. Юля, хватит кушать. Как трудно тебя любить. Ты так от меня далека. Как трудно мне позабыть. Твой голос родной и близкий, уйти не сказав пока, минуты сложить в года, быть самым далеким и самым близким. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой. Я хочу тебя обнять и к груди скорее прижать. Верни
мне надежду и любовь. Умоляю вновь и вновь, прошу, верни мою любовь. Как трудно тебя понять, ты так от меня далека, моей любви не унять. Уже не остановиться, хочу я твой нежный взгляд скорее вернуть назад. Но рядом со мною чужие лица. Не плачь, я хочу побыть с тобой в этой комнате пустой. Я хочу тебя обнять и к груди скорей прижать. Верни мне надежду и любовь, умоляю вновь и вновь, прошу, верни. Кайф. Спасибо тебе огромное. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Пойдем ко мне, поговорим еще. Я вообще сегодня тебя с новой стороны узнал для себя, потому что я только видел тебя по телевизору. Даже каким-то серьезным, понимаешь, в разных серьезных программах. Да, подожди, ты затронь тему, и сейчас охуеешь, что мы тут творить будем. Заплачу. Комары. Блядь. Кстати, комары. Сколько раз падал с мотоцикла? Комары. Это вот это вторая тема. Ты мотоциклист. В мотоциклизме я уже много лет. Серьезно? Вот я не знал об этом, честное слово. Да, очень много лет. Так вот, комары. Большинство людей умирает от укуса комаров. Ну, это грустная тема, ну почему? Ну, блядь, вот комар вроде. Давай про мотоциклы тогда поговорим. Давай, от них тоже погибают. Так ты же хотел, чтобы я серьезным стал? Не, ни в коем случае. Я наоборот тебя видел серьезным. Слушай, ну давай, вот так. Мотоциклы — это серьезный фан вообще. Я считаю, мотоцикл — это одно из просто невероятно сложных транспортных средств. Не каждому дано. И те люди, которые каким-то образом пытаются его ругать, этот вид транспорта, не считая его за таковой, предлагаю просто 1-2 раза с тренером нормально на треке попробовать свои силы. У меня вопрос. Да. Моя супруга, абсолютно, человек выходит из зоны комфорта, я за нее рад, и она сегодня у меня пошла учиться на правильно, вождение мотоцикла. Тебе секс нравится с ней? Ну а как нет-то? Не покупай мотоцикл. Спасибо, это был Музлофт с Александром Шоуа. Увидимся через неделю. Ну подожди, ну не покупай, нахуй тебе это надо. С ума сошел, что ли? У тебя дети есть? Да. Ну и тем более. Хочешь быть нянькой? Не надо, не надо. Прикинь. Учится, пусть ездит на тренировках там. Вот, для себя. Купи тренировочный, да, пусть в закрытой территории, где дебилов, таксистов нет. Ты что, смеешься, что ли? Хорошо. К другой теме мне интересно у тебя спросить. Опять же говорю, да, я не сравниваю абсолютно, ты говоришь, наши страны, нет, я люблю страну, где я живу. Да, безусловно. Но просто артисты на Западе, можно сказать, они огромное количество денег своих вкладывают в стартапы, разного рода бизнес. У нас на это народ реагирует на это очень странно. Вот они, у меня, допустим, есть разные пассивные истории, у меня есть бизнес, у меня есть разного рода направления. Молодец. Я создал там университет спортивных профессий, спорт-универ, подписав контракт с футбольным клубом Барселона, с Бенфика, и я двигаюсь в этом направлении, зная, что мне это интересно. Обалдеть. Ты любишь спорт?
Я люблю спорт, но я в него не верю. Я тоже не верю в спорт, который сегодня есть здесь. Я хочу какое-то новое спортивное образование дать нашей молодежи и тем, кто живет в нашей стране. По-другому, потому что, судя по последним выступлениям сборной России по футболу и по хоккею, надо что-то менять. Я за какие-то хоккей мы лучше играем. В хоккей, естественно, мы лучше играем. Это там... наш спорт, мы можем дать пизды кому хочешь. Ну, никому хочешь, с Канадой мы возимся постоянно. Ну, целом... потому что есть опыт. Есть у них тоже, они тоже смотрят видео, они тоже боятся, когда выходят на лед, они тоже подготавливаются, и они тоже имеют вот этот бэкграунд, который мы прошли. Наш хоккей лет на 20 отстает. Я встречался с разными менеджерами, конечно. Это черт знает какие-то лохматые года, и мы уже там, Советский Союз играл в хоккей, когда некоторые из них даже не знали, что это такое. Я с тобой согласен, да. А сегодня я разговаривал со многими менеджерами, которые говорят, что наш спорт отстает на 10-15 лет. Но это хотят бабки от кого-то, видимо. Откуда-то хотят бабки взять. Слушай, ну я сейчас не хочу там финансовую тему трогать. Они только ее и касаются. Извини, пожалуйста, как может то, что сегодня называлось футболом, называться футболом? По какой причине эти ребята ездят на Ламборгини? Объясни. Какая-то причина есть? Я, конечно... Пожалуйста, нравится красивая жизнь, живите, если кто-то вам дает такую зарплату, на здоровье. Но я считаю, что я, например, свою работу делаю очень хорошо. Да. Потому что делаю ее так, как я могу, и иногда даже делаю больше, чем могу. Потому что в моем деле есть момент такой, знаешь, озарение. В спорте это чистые цифры, скорее всего, и физические данные, которые обусловлены там медицинским гандикапом и спортивными там заложенными родителями твоими какими-то генами. Более там ничего нет, но есть сухой остаток 4-1. И Ламборгини за воротами. Тренер Дании получает 135 тысяч евро в год. Зарплата. Что-то есть какие-то вопросы? Все? Я к тому, что там недавно на последнем там питерском экономическом форуме я попал... в Москве на одну интересную историю, значит, конференция была, где, еще раз повторюсь, говорят, что там это норма, когда артисты вкладывают деньги в бизнес, и это круто. А у нас, вот, допустим, я недавно начитался в комментариях о себе, что такое Ярушин, инвестор, музыка, универ. Какие-то слова, которые в ряд не складываются. Почему у нас... Пишут, ты кто, чувак, определись. Почему я должен в своей жизни определяться, кто я? Да, зачем это делать? Зачем? Зачем ты должен ходить там, где ты уже ходил? Кого это должно волновать, в конце концов? И кто может из честных людей на земле, таковых достаточно, не порадоваться за твои успехи? Кто может? Я, например, нет, не могу. Я скорее порадуюсь. За твои успехи. Потому что во многом завидую тем людям, по сути, серьезно, которые могут взять какую-то копейку, которую сами заработали, оторвать от себя, свою кровную, и положить туда, где есть какой-то риск. Я очень, знаешь, в этом отношении консервативный человек. Ты консервативный? Да, просто невозможно. Чтобы меня поднять, как камень в лесу, знаешь, я врос. Так. И кроме музыки и того, что я умею, вот там искусство, к которому я привык, к которому я пришел там давно, когда не был еще таким, знаешь. То есть, вот кроме этого я больше ничем не занимаюсь. Я общаюсь с разного рода людьми, некоторые из них миллиардеры, долларовые, вот, понимаешь? И всегда удивляюсь, и всегда, знаешь, говорю Богу спасибо за то, что такие ребята есть. Потому что, это фантастика. Взять что-то и сделать из него много. Как? Ты же понимаешь, что это совершенно другие люди. Это космонавты. Это космонавты. Как-то... Моей жизни это, естественно, не касается, потому что я их не догоню никогда в жизни. Уже мне 48 лет, я просто не успею. Мне не хватит. Но хотелось бы, чтобы какая-то молодежь, которая сегодня подрастает, которая ориентирована на прекрасные вещи, например, на искусство, смогла все-таки инвестировать, как это делаешь ты, во что-то фундаментальное, во что-то, что принесет завтра какой-то результат, что привлечет за собой какие-то рабочие места, там, и так далее, как направление в спорте, не знаю, в чем угодно. То есть это прекрасно.
Согласен ли ты, что люди, долларовые миллионеры, гораздо проще себя в этой жизни ведут, чем люди, которые, наверное, ну, может быть, но, делают вид, что они добились чего-то? Я бы так сказал, что миллиардеры ведут себя проще, чем миллионеры. А миллионеры... Хорошая фраза. А миллионеры? Миллионеры чуть проще, чем человек. Миллионеры чуть посложнее, чем миллиардеры. Но я хочу сказать, что все равно все зависит от воспитания и от внутреннего стержня. Вот. Вот так. Естественно, джинсы, майка и кеды. И Apple Watch, извините, это не реклама, но тем не менее, ну, что-то электронное на руках. Uh-huh. И ты не понимаешь, с кем ты говоришь. Да. Пока там, пока тебя не познакомят. Вот, вот и все. Я дружу со многими. Я подсел на гольф. Да, ну понятно, это богатый вид спорта. Ты знаешь, миф. Нет, нет, богатый. Нет, это миф. Я буду с тобой спорить, это миф. Вот ты говорил о хоккее, вот у нас... Ну как миф, мы не играем. А ты можешь себе позволить играть вот, в гольф? Вот не могу. Можешь позволить. Ну продашь две гитары, купишь одну клюшку. Одну клюшку. Может быть, на один поход в гольф-клуб тебе хватит. Все? Ну нет. У нас в стране очень любят хоккей. Мы его развиваем, у нас каждый второй ребенок. Но я вот из Челябинска, у нас... У вас хорошо играют. Челябинск — это хоккейный... Это же трактор, по-моему, да? Валера, Валера, отбивочку. Он просто спал, прости. Это трактор, да. У нас ребята в бейсболках трактора, потому что я являюсь амбассадором хоккейного клуба. Я фанат, я болею за тракторы. И... Так вот, я к тебе скажу, к чему, что хоккей гораздо дороже, чем гольф. 100%. Я ну, потому что, конечно. И у нас в хоккей играют, у нас в хоккей играют и бедные семьи, у нас в хоккей играют и, ну там, не золотые дети. Ну, послушай. А гольф, нет, гольфу подожди, боятся подойти дальше. Подожди, даже. Подожди, подожди. В гольф не играют командами. Гольф — это твой персональный спорт. Да. Согласен? Ну. Ты сколько, не стесняясь, сейчас скажи, сколько стоит экипмент, то есть обмундирование, один комплект обмундирования, включая клюшки. Просто простым людям скажи. Для гольфа? Да. Значит, смотри. Да. Клюшки я купил. Все? Все клюшки с бэгом я купил. Это уже уровень хороший. Да. И клюшки эти на 7-8 лет 100%. 100%, понятно. 180 тысяч рублей. Но... Подели на 8 лет. Одна хоккейная клюшка, там 12 клюшек в гольфе, одна хоккейная клюшка хорошая стоит 15 тысяч рублей. У тебя сын играет в хоккей. Эта клюшка ломается как? У профессионалов за 3 игры. Но иногда у любителей. Иногда и вот считайте вы. Считайте, экипировка в хоккее, сколько стоит шикарные коньки, ребята, 60-70 тысяч рублей. А как я одет в гольфе? Нет, подожди. В гольфе нет, ты подожди, одет, ты меня в гольфе ты одет как красавчик, согласен. А в хоккее, какую знаешь что, ты это хочешь сказать? Нет! Нет, хоккей. Хоккей покупает команда, экип. Ну, как нет. Что, родители покупают? Да, конечно, Олег. Как хорошо, что у меня дочки. Чем у тебя дочки занимаются? Не в хоккее играют, поверь мне. Сколько детям лет? Старший 21, с ума меня сводит, а младшая только радует, больше пока ничего. Есть что рассказать о 21-летней красавице? Не? Пожаловаться хочешь? Ты вот сейчас бархатный голос зачем включаешь? Не понял. Переходить на то, что я говорил раньше до этого. Нет, у меня тоже семья. Не, ну конечно, я понимаю, да, понимаю. Ну так вот, я хочу сказать, что все равно гольф считается дорогим видом спорта, не будем лукавить. Тем более, что это, ну пусть гольфисты не обижаются, мало спорт такой, не сильно большой какой-то, ну не сильно, он больше направлен на какое-то сосредоточение, на точение какого-то там постановку удара, вот это все. В хоккее это ты выехал, и тебя на носилках увозят. Нет, катастрофа. Я представляю в гольфе такие, знаешь, выбегают народ, бам-бам друг друга. Я потом на эту тему хорошо отдельно с тобой поговорю, потому что я немножко про... Чего ты сказал? Микрофон скажи. Да ужасно. Я стал посрать в лунку. Кстати. Научить обезьяну, прикинь, вот это делать. А я так, пацаны, я с обезьянкой, пусть побегает. Пацаны, гольфисты, простите. Простите. Давно не пели. Я очень люблю песню «Милая», и мне хотелось бы, чтобы ты с ребятами спел эту замечательную композицию.
прямо сейчас. Милая! Сольное исполнение Александра Шоуа. Милая, озера гладь небесно-синие, а в них печаль необъяснимая. Они как зеркало души. Да-да-да. Какой неведомой силы прикован я к тебе, любимая. Кто сотворил тебя, скажи. Горю желанием. Коснусь губами губ твоих, а то дыхание на твои. Одно желание на твоих радует сердца. Эти два кольца. Только что поступила информация у нас, как программа новостей, что тебе предложили... Что? Озвучивать мультперсонажа. Представляешь? Это шутка? Это не шутка. Это вот мы сейчас разговаривали, твоя пиарщица Юля здесь с нами, и ты пока ты пел... Пока. Это реально? Да. Ну Стас, вот, это реально. Принесшему ему хорошую весть, пожимают руку. Серьезно? Да. Ну то есть ты рад такому событию? Ты готов? Охренеть, ты не понимаешь, это мечта всей моей жизни. А что за мультик? Ну, сейчас мы не будем, потому что, слушай, мы не будем раскрывать всю тайну. Ну, погоди. Причем я озвучиваю бегемота, который ничего не говорит. Ты реально хотел всегда озвучивать. Я озвучивал мультфильм «Корпорацию монстров», там голова, университет монстров. Дочка любит этот мультик очень. Серьезно? Да, уже не смотрит, но раньше очень любила. А ты бы кого в идеале хотел бы озвучить, какого персонажа? Мне нравится «Семейка монстров». И там, мне кажется, а там, кстати, этот чувак, который женится на дочке Дракулы, на тебя похож, ты знаешь? А ты знаешь, на кстати, кого похож? Кстати, правда. А ты знаешь? А я тебе, сейчас мы туда, если хочешь, присядем, я тебе покажу, на кого я похож. Ты не понимаешь. Ты тоже похож на кого? Дай мне телефон. Да, подождите, на кого похож Александр Шоу? На какого-то мультперсонажа? Ты сейчас хочешь себя показать? Ты не понимаешь. Я не понимаю. Ты не понимаешь. На кого ты похож? Да. Да ладно. Можно я покажу в камеру? Конечно. Значит, по мнению Саши. Не мнению, ты что, сам не видишь? Да вижу, да. Это не монтаж. Это персонаж из Гарри Поттера. Это Волдеморт. Половина его, половина моя. И вообще, я рад, что я вот единственный человек в российском шоу-бизнесе, кто сейчас поет песню «Бог тебя выдумал» вместе с Волан-де-Мортом. Нормально? Нормально. Так что вот. Волан-де-Морт. Говоришь, у тебя проблемы, да? В Музловте. Давай в завершении. Давай. Блин, я вообще очень рад с тобой ближе познакомиться. Я надеюсь, что мы будем на связи. Это взаимно. Это взаимно. Очень круто. Я был на пару твоих концертах абсолютно случайно. Это было в Сочи в казино, где ты выступал. Я мимо проходил, думаю, опять Шоу поет. Но когда-нибудь я придумаю программу, что он придет ко мне. Был случайно, билет подарили, не хотел идти.
Ну, блядь. Не, я тогда там что-то втулил какую-то нормальную сумму денег, поэтому мне было не до твоих песен. Конечно, еще бы. Я вообще не понимаю, зачем в казино музыка? Люди, блядь, такие злые, ужас. В казино стрёмно выступать, клянусь. Да, нереально. Они только что засадили последние бабки, и ты там их веселишь, блядь. Ладно ты, а мы когда играли в КВН, мы выступали в казино, я не понимал. Ты шутишь, а там человек, у него зеро не сыграл. А у него горе. 17 черный, он на дилера, значит, выступает, а тут ты шутки шутишь. Ты знаешь историю? Нет. Это рассказывал один очень-очень-очень-очень известный в киношных кругах человек, которого сейчас нету. Был директором съемочных, директором фильмов, таких как там с Леоновым, это, в общем, Данелия. Очень много фильмов он был директором именно вот этой всей съемочной истории. Mm-hmm. Был такой Кушнырев. Вообще Кушнер, как бы, да, ну, Кушнырев. И он рассказывал, значит, сидит он в казино, рядом с ним сидит человек, и такой, видно, что богатый, и казино, там девочка раздает карты, и он смотрит на нее, пытается ее закадрить. Дорогая, ну, блин, у меня есть самолет, ну, сейчас ты закончишь вот эту смену, и блядь, я тебя увезу, я сейчас лечу на Мальдивы, поднимает карты. Ну, ёб твою мать, ну что за хуйню ты, блядь, мне сдала? Какие же у него лирические песни, после которых хочется плакать на... Вот так. Рассказывать. Культурный человек, знаешь, про любовь поет. Давайте, Бог тебя выдумал. Че я пою? Давай. Я тебе скажу, что ты поешь. Давай. Давайте. Волан-де-Морт. Раз, два. С выступлением играем. Решают играть... Во вступлении что? Что во вступлении? Пусть решает. Можно на импровизе. Еще раз. А, вот так. Ну все, сыграли, пошли, что. Давай куплет-то все-таки припев споем. Раз, два, три, четыре. Напиши мне открытку на память, да? Да. И забудь мой почтовый, ты знаешь, я не твоя. Прости меня. Нарисую любовь между строчек. Напишу я тебя, ну а впрочем, мои глаза. Зачем слова? Шепчет Гриша. Вот так мы резко закончить. Давайте дальше играть и можете. Просто дальше играть, и я коду скажу уже на этом. Все, так веселее будет. Друзья мои, это был Музлофт. У нас в гостях был сегодня Александр Шоу. Спасибо тебе огромное. Спасибо тебе. Спасибо. Успехов. На самом деле, прости, на самом деле теперь у меня передача закончилась. На том месте, где ты сказал, что я мультик какой-то буду озвучивать. Какого-то. Ты понимаешь, что я сейчас... Видишь, мы приносим хорошие новости. Мы приносим радость людям. Я вынужден сказать всем, друзья мои, что, опять же, подписывайтесь на наш канал. Слушайте все песни Александра Шоу. Ссылка под видео будет обязательно внизу. Как это принято говорить? Ссылка. Да, это принято говорить, это 21 век. Обязательно ссылку на все твои песни. Все, что ты хочешь, будет внизу под видео обязательно. Хорошо. Все, всем пока. И в заключении еще раз припев. 1, 2, 3, 4. Бог тебя выдумал для двоих, видимо, разделил пополам словно. Ему сниматься можно в мультике уже. Пополам словно. Все, пока! Реку берегам.
слушай. Господи, инфаркт я получу сегодня. Спасибо. Почему? Ну так а ты... Это же хорошо. Давно не танцевал. Ты же был сегодня... Ты же был в другом формате сегодня. Давно не танцевал.